Перед Новым годом леса под усиленной охраной. В регионе стартовала операция «Елочка». Основная цель – выявление незаконной вырубки хвойных деревьев, молодняк на особом контроле. Специально для этой операции на территории Серпасадского городского округа было разработано дополнительно 24 патрульных маршрута общей протяженностью 1400 километров. И сейчас мы с вами выйдем на один такой маршрут и проведем патрулирование. Будем искать какие-то, может, заходы в лес, где есть посадки лесных культур, хвойные молодняки. Может быть, машина будет на обочине стоять. Проверим. Незаконную вырубку хвойных деревьев пресекают группы лесных инспекторов совместно с полицейскими. Это лесные угодья рядом с Ходьково. Нарушители застали прямо на месте. Для каких целей срубили елочку? Для внуков. Хотел подарок на Новый год. За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Елка таких размеров растет примерно 3 года на питомнике и в лесу от 7 до 10 лет. То есть, может быть, ей от 10 до 13 уже лет. Ущерб составляет за данную елку 2600 и штраф от 3000. Если нанесенный ущерб составит более 5000 рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность. Поэтому лучше выбирать законные способы украшения дома лесной красавицей. Можно купить ее в лесном питомнике или приобрести на елочном базаре. Это будет дешевле и безопаснее, нежели нарушать закон. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».